С вами Ярослава, и это, как вы знаете, вопрос-ответ. Да, я очень люблю снимать эти видео, и мне многие задают вопросы постоянно и говорят, чтобы я на них отвечала. Давайте приступим. Первый вопрос от Дарьи. Что ты любишь делать в свободное время? В свободное время я люблю смотреть разные сериалы. Да, я любительница разных сериалов, потому что сериалы я люблю не такие, как любит моя мама. Она любит мелодрамы. Я не люблю мелодрамы. Я люблю мелодрамы, но я люблю больше что-то захватывающее, какие-то приключения. Да, но моя подружка, она очень любит ужастики. Я не понимаю, как она их смотрит. Я не могу смотреть ужастики. Да, но я могу смотреть обычные какие-то разные приключения. Да, я очень люблю комедии, люблю жанр фильма путешествия, и я очень люблю их смотреть. Да, следующее, наверное, это сколько тебе лет? В предыдущий вопрос-ответ я задавала вам уже, я отвечала вам на этот вопрос. Я вам говорила, что мне 10 лет. Может, хватит уже его задавать? Да. Мне постоянно пишут «сними челлендж». Для того, чтобы снять челлендж, мне нужно кого-то еще. Да, и если приедет моя подружка ко мне в гости, то я обязательно сниму челлендж с ней. Да, если вы хотите, чтобы я сняла какой-то фантастический челлендж, то тогда обязательно напишите мне в комментариях, какой именно. Мне будет очень приятно, и я обязательно его сниму. Надеюсь, это будет не что-то ужасное. Да, следующий челлендж, это, наверное, твой... Как ты зарегистрирована ВКонтакте? Упс. Мое видео прервал звонок. Ну, ничего страшного. Ах, да, продолжаем. Какой твой любимый запах? Запах? Вы издеваетесь? Ну, ладно. Мой любимый запах хлеба свежего, да. Я обожаю этот запах, и я хочу себе такие духи. Да, у меня тогда все синят. Да, ладно. Твоя любимая игра. Раньше все, наверное, любили играть в Subway Surf. Да. Я тоже раньше любила Subway Surf, но сейчас он так устарел, как бы его... В него почти никто не играет. Да, и теперь мне нравится игра Best Fiends. Там нужно проходить разные уровни и убивать слизней. Да, именно эта игра мне очень нравится. Я не знаю почему, она интересная. Да, следующее, через какую программу ты монтируешь видео? Да, сейчас эти два видео, которые я выкладывала последний раз, это и предыдущее, я их вообще не ремонтировала, я их снимала просто на планшет и сразу же выкладывала, даже не обрезая, да. Поэтому, а так я до этого одно видео проремонтировала в программе iMovie, да, именно. Оно очень интересное, я уже говорила это в первом видео. Потому что там можно сделать разные стикеры, разные смайлы, но не в этом дело. Оно не очень, как бы, монтаж делает именно, поэтому я вам советую скачивать приложение Vegas Pro 12. Есть Vegas Pro 11, но Vegas Pro 12, по-моему, звучит лучше. Да, потому что там более качественнее все обрабатывается, и это монтируют почти все видеоблогеры, да. Но я пока его не скачала, потому что у меня нету карты памяти. Да, и его нужно закачать, и тогда я уже буду хорошо ремонтировать видео. А сейчас пока не обращайте внимания, я делаю то, что могу. И это был мое видео «Вопрос-ответ». Подписывайтесь на мой канал, ставь пальцы вверх и пиши мне внизу в комментариях, какой бы вызов ты хотел, чтобы я выполнила. Пока-пока, я очень рада была снимать это видео. И это была Ярослава. Всем пока! Пока!